А сегодня у нас гость, это человек-миротворец, который приехал к нам по зову сердца, с другой страны, страна называется Сербия, он вам расскажет, я думаю, многое, а вы подготовили ему вопросы. Ну, мне когда война начала в Югославии, было 17,5 года. Ну, тогда был дурной, молодой. Бросил школу и пошел с ребятами в армию защитить родину свою. Тогда понимаем, что здесь творится, и потому и пришел. Югославия, это было одно от государства самых лучших в мире. Значит, в Югославии в это время все было бесплатно. Школа полностью бесплатна, лечение бесплатно. Коммунистично-социалистический систем, он все делал, да будут все в одном уровне, да у всех есть все. И это было надо уничтожить. Потому что время, какое сейчас время капитализма, нельзя люди да заработают много, надо да будут богаты и сиромашны. Я строите. Ну, это сложно, потому что это не простая война. Это будет надолго. Да, пока серьезно. Какие вы ощущения испытываете, когда убивают? Ну, да, никакие. Я никогда не стрелял в человека, у которого нет оружия, который не может себе, ну, бранить. Но злочинцы, да, которые убивали здесь гражданские. И как не можем быть жалко? Никак. И ничего не чувствую, честно, ничего не чувствую. Полностью ничего и спокойно сплю. А ну, я это не броим никогда, но очень много.